Понял. Понял, как тренировочка. Поговорить надо. Да, не... Нихуя, тихо, блядь. Тихо. Это что такое? Че, растуливаем? Подожди, ебать, что они делают? Хотя, нужно как-то отыграть, а не за тут. Нет. Пошли, отъедь туда, вон, ВЛГ, отъедь вниз. А что за рофл? И будем растуливать. Вот ВЛГ, 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 заезжай. Че, отсюда будем растуливать? Так машину нормально поставь. Похуй, блядь. И что за бред, блядь? Скидывайся, поэтому все. Че вы, блядь, грабите, стараем, пацана? Понятно. Так вы грабите, блядь, пацана, за шо, ебать? Я тебе ему дал. Блядь, братаны, не грабьте больше, пацаны. Наши же кенты, это? Нахуй, зачем, блядь, вы грабите, где нахуй? Ваши кенты? Это наши кенты, все инкассаторы под нами, понимаешь? Не грабь, они мне еще компенсацию должны, блядь. Под вами, да? Конечно, братуха. То есть они все под вами. Конечно. Ну-ка, заявись, кто такой. Я, блядь, пчелка, нахуй, запомни это название. Пчела! Ты целка, братан. Говорю на поезд чату. Вы в курсе, что вы за ПГшили только что? Ты без оружия стоял, блядь. Какой за ПГшили, Вася? Если бы ты оружием стоял бы без проблем. Тут стояло три человека с оружием. И чё, блядь? И чё нас? Нас двое, и чё? Нас двое, и чё, блядь? Вы нас разъебали или как? В итоге вы лежите, а мы, сука, стоим. Вот и соси, блядь. Так вы в крысу зашли, конечно. Блядь, учись играть, братуха. Учись. Достал оружие за спины. Блядь, достал оружие из-за спины. Да иди нахуй с пулеметом, блядь, даун. С пулемета? Да! С пулеметом. Я у него пулемет выбил, блядь. Пошли, блядь, попущенкими, блядь. Сидись, нахуй. Реально пулемет достал. Достал оружие, ебать.